Друзья, ну а у нас настал черед рассказать о новых ароматах, ароматах Signature. Знаешь ли ты, что аромат Signature и слово Signature переводится как подпись? И он может быть настоящим отражением вашего индивидуального стиля. Ну и отдельно создателем аромата является не просто дуэт, а это отец и сын, французский мастер-парфюмер Оливер Кресп вместе с сыном Себастьяном. Кстати, сотрудничество Оливера Креспа достаточно известное. Одним из самых ярких считается работа и создание ароматов для бренда Dolce & Gabbana. Есть какой-нибудь яркий пример? Ну вот то, что сразу приходит в голову, это Light Blue Dolce & Gabbana. Мне кажется, что этот аромат последние 30 лет очень популярен. Ну и если посмотреть на дизайн флакона, что он тебе олицетворяет? Ну, во-первых, это, конечно, современное прочтение. И плюс поддерживается тренд на бережное отношение к природе. Данный флакон сделан из эко-древесины. Ну, если вы хотите оставить воспоминания в своей жизни, снимите эко-древесину. Это будет ваша фоторамка, где фотографии будут напоминать о самых ярких моментах вашей жизни. Знаете ли вы, что эти два аромата не считаются парными, потому что их объединяет общая нота – нота розового перца. И в женском аромате розовый перец – это воплощение французской строгости и французской элегантности. И в данном аромате нота перца переплетается с аккордами кедра. Интересный момент, что для того, чтобы получить масло кедра, нужно делать дистиллят в течение 6 часов. Ну а я хочу сказать, что в сердце женского аромата находится лавандовое масло, собранное с юга Франции. Цветки лаванды обладают очень интересным и разным ароматом. Это и цветочные, и древесные, и травянистые, и слегка фруктовые, ну и аккорд. Сандаловый тон, сандаловый шлейф – это характер этого аромата. Розовый перец, лавандовое масло, шлейф из сандала, и вот, вуаля, ваша визитная карточка. Ароматы Signature – это не только про незыблемую классику, но мне кажется, что они очень интеллектуальные. Это характер, настроение и ваш стиль жизни. 100%.